Полевые работы в этом году стартовали раньше обычного. В селе Вощажниково Борисоглебского района уже вспахано 184 гектара земли. Одновременно мы производим, значит, уход за посевами многолетних трав. Вся наша вот эта кормовая база предназначена для заготовки кормов для нашего скота, для производства молока. В этом году на большинстве сельхозпредприятий региона по сравнению с прошлым увеличатся посевы овощей и картофеля и традиционно русской культуры льна долгунца. Сегодня предприятия активно приступили к подготовке и проведению весенне-полевых работ. И да, у нас три района, уже предприятия трех районах начали подготовку почвы. Это в Борисоглебском районе, в Ростовском, Угличевском районе. Из областного бюджета предусмотрена поддержка. Порядка 112 миллионов будет направлено нашим предприятиям. Посевная 2020 только началась. Заранее подготовлены минеральные удобрения. В этом году хозяйство обеспечено ими в полтора раза больше, чем в прошлую посевную кампанию. Также предусмотрены необходимые запасы дизельного топлива и автобензина. Готовность техники, по оценке специалистов, на сегодняшний день составляет порядка 90%. Ну а напутствие батюшки настраивает на ударный труд и укрепляет надежду на хороший урожай. Здоровья, терпения, сил, бодрости, не унывать. Денис Крюков и Денис Лосев. День в событиях.